буквально несколько лет назад это место выглядело совсем иначе. Но сегодня, благодаря тому, что появился дворец Хинаборс, появился Фанториум, здесь же находится трамвайное кольцо, это место становится все более и более популярным у горожан. Поэтому его необходимо было благоустраивать. Сегодня мы реализовали уже второй этап благоустройства данной территории. Впереди на следующий год у нас также большие планы. Надеюсь, что через год эта территория будет выглядеть гораздо лучше.